По осени был куплен металлоискатель. И вот что было найдено, кроме металлолома, всякой черняги в огороде. 5 копеек, 3 копейки, 3 копейки уже СССР. Где-то вот 3 копейки я так и не разобрал еще, наверное, до 50-х годов. Старый 10 копеек уже современный. И вот такая вот интересная монетка. Но опять же сохранность, видите, она вся покоррозировала. Деньга 1731 года. А так, вот такой вот небольшой улов был найден. Сколько, наверное, я часок там полазил в огороде. Металлоискатель самый простой покупал. Пират. Сейчас думаю прикупить что-нибудь поинтересней. Но даже с ним в огороде бы воздей кучу понаходил. На это решил показать. Сразу видео не снимал. Решил показать, что было кроме воздей интересного еще. Вот мне интересно, сколько вот эта вот деньга стоит. Вот это все так, наверное, ценности никакой не имеет. Вот эти 3 копеек, 5 копеек. Вот интересно, что же с деньгой? Не имеет какую-нибудь ценность она или никакой она ценности не имеет в таком виде? И вообще, как они ценятся или нет?